И всем привет, ребята! Вы на канале Канатуб, с вами я, Даня. Сегодня я покажу еще несколько способов, как быстро заснуть. Прошлое видео много кому понравилось в таком формате. Ну, я тоже самое рассказывала, но сейчас я подобрала еще несколько способов. Давайте. Наш первый способ я вам сейчас объясню. Вот когда вы засыпаете, если шевелиться минут 7-9, то организм посылает по всему мозгу, по всему организму посылает сигнал. Вот этот сигнал, это когда вы переворачиваетесь, или вот, ты лежишь, уже засыпаешь, вот так дернулся, это все. Это значит, вот этот сигнал прошел, и тебе надо еще ждать, чтобы заснуть. Или если перевернуться. Если будешь просто лежать и вообще не шевелиться, тогда ты уснешь минут за 10 точно. Потому что мозг после этого сразу же все отключает. Так, переходим к следующему способу. Ну что? Надо посмотреть. Может, дети орут во время за... Что за звуки? Так, ребят, стоп. Надо пойти посмотреть. Что это все-таки было? Так, чисто. Почему дверь открыта? Что за? Может, я закрыть забыл? Громко шумит. О, коты пришел. Коты, иди сюда. Ладно. Неважно. Ну, вроде ничего такого не случилось. Пойду обратно в комнату. Ребята, смотрите, что я увидел. Это как какой-то монстр из ФНАФа. Не помню, как его зовут. Напишите в комментарии, если помните. Надо кого-нибудь на помощь позвать. О, скоро должен Арсений вернуться. Заодно и меня спасет. Так, надо взять телефон. Вот он, телефон. Наше спасение. Звони Мартине. Так, где он? Давай быстрее, быстрее, прыгни, пожалуйста. Где-то, где-то, где-то. Где? Так, звони Мартине. Включаем на громкую. Алло. Алло, привет, Сеня. Ты знаешь вот этих разных? Ну, типа монстров и снаф и все такое. Да. Можешь мне помочь? Я, видимо, себя такого в квартире заметил. Можешь приехать спасти? Я не знаю, просто в большой комнате стоит. Сначала был грохот от двери, а потом в комнате стоит. Понятно. Что, понятно? Хорошо, да? Хорошо, я приеду, приеду. Давай, давай, быстро, быстро. Хорошо. Уже иду в машину. Угу. Машину? Ты издеваешься? Такси, наверное. Ну, такси. Ладно, давай, быстро-быстро. Пока. Так. Блин, мне понравилось. Уже иду в машину, ты что? Права уже получил. Такси бы хотя бы сказал, чтобы было понятнее. Я уже испугался. Так, что мне нужно делать? Как мне можете себя обидеть? Надо успокоиться. Недавно было 23-е, мне 23-е вот такую какую-то фигурку подарили. Надо ей помучиться. Нет, слишком. Да и дальше что надо сделать? Что там было? Арсений говорил. Надо вспомнить, он же мне рассказывал про этих всех. Что там? Мишка, Фредди. Я ничего не помню, короче. Я знаю Фокси, он боится вроде света. Больше ничего не помню. Ладно, давайте его ждать. Вот так вот спрячусь куда? Вот там. Там и за кровати не видно из-за этого бортика. Вот так прыгну. Все. Меня не должно быть видно.
Так, ребят, я буду думать, что нужно, ну, чтобы как бы спасти Даню. Ну, в принципе, чтобы складывать что-то, нужен рюкзак, во-первых. Еще я слышал то, что есть такой монстр Фокси, он то, что он боится света. Поэтому я возьму фонарик. Убираем. Теперь, чтобы быть страшным, нужно, например, маски. Нет, две маски. Еще можно этим карандашом, провести и быть тоже пострашнее. Еще можно пилоточку взять. И, в принципе, очки. Рация. И тигренка. Ребят, теперь нужно это все одеть. Переодеться как бы. Надеюсь, я ничего не сломаю. Пилоточка. Ой, не идет, надеюсь. Теперь мажемся карандашом. Эй, что не откроется? Здесь мне это уже идет. Здесь нормально. Так. Убираем. Теперь очки. Так, я еще забыл экшен камеру положить, и сейчас ее положу. Ой, то есть не положу, но с собой возьму. Так. И складываем. Так, ребят, я пришел к Дане. Даня! Что? Просыпайся. Это я. Не господи, это ты. Давай. Иди сюда. Показывай, что ты принес. Смотри. Ну, я разделся, во-первых, смотри. Идет что-то. Застежка. Я принес. Две масочки. Две маски. Ой, это как в игре FNAF, там, чтобы от этих аниматроников защититься. Ну, тигренок, это моя игрушка, это не считается. Да так вырядился, понятно. Что к тебе? Фонарик. А второе мне. Второй сейчас найду. О. Ну, главное, маленький, удобный, а мне большой. Ладно. Вот, рация. О, рация. Подожди, тут моя. Вот это моя рация. Вот. У меня вот тут заклеена. А у тебя не заклеена. Где заклеена? Вот, видишь снизу? А, вижу. Это моя рация, я ее помечал. Мою никто не брал. Все? Угу. Все, пустой рюкзак. Ну, вот так. Все, там больше ничего нет. Угу. Ну, куда тигрёнок? Тигрёнок пусть тут лежит. Угу. Бери свой фонарик. Открываем. Да, мы можем еще засунуть это. Тебе любого даже, тебе маска даже не нужна. В таком виде тебя любой испугается. Ой, я придумал, как можно сделать. Жди. Ой, блин, моих волосиков не видно. Чё, страшно. Моих волосиков не видно. Ну, правда, не очень похоже. Моих вот этих усиков почему-то не видно. Ну, ладно. Понятно, тебе чуть через маску будет прощучить. Ну, вообще, ни на какого монстра не похоже. Вообще, в игре там надо было, оказывается, не очень похоже. Будет монстр в очках. Да. Ну, будем считать, что он полноценный, все нормально. Главное, чтобы к нам никто не зашел. Боже, это это кто? Это Фокси. Фокси. Ну, куча фонарик. Светит. Что мы не пошли не светит? Я не знаю, что у тебя не светит, но у меня очень мощный. Как раз. Все ушел. Смотри, ушел, понятно, ушел? Да. Что я из-за этой маски почти ничего не вижу. Он телепортируется каким-то образом. Да, телепортироваться можно? Да. Блин, жесть, а как вообще? Так он же может вообще здесь сейчас сзади появиться. Ой, господи, куда я попал? Сиди, где твой фонарик?
проснуться. Можем загнать фонариком куда-нибудь в угол или за дверь. Ладно, давай уходим. Смотри, вон там, давай свети быстрее. Все, ушел. Остался Мишка Фредди. Да. А как им делать? А может его напугать? Как? Он же должен пугать, а не ты. О, смотри, идет. Вот, идем, вот он. За ним идет. Все, ребята, он ушел. Арсений тоже куда-то ушел. Ладно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите крутые комментарии. Всем пока-пока. Влад, Фрося, Влад, со света, Влад, Фрося, Влад, со света, Влад, Фрося, Влад, со света. А вы ведь не забыли поставить лайк и подписаться.